Да, Васик принес на девочку явно не тянет. Лапа тонковатая. Васик, наверное, точно помет. Вот. Так, а кто у нас Васик по старше? Да, как бы разбираться. Ну вот это. Опа, опа. Такое. Вот это девочка, смотрите, да. Так уже тонковато. Так, половина, значит. Все, которые мы на самок надеваем, на побольше, 25,5 миллиметра диаметра. Вид достаточно неплохо. Ну и это тоже неплохо сидит. Так. Что-то у девочек, по-моему, не тянет один. Так. Придется мне к вам залезть, что вы мне работать не даете. Убегаете. Я для вас не вытянусь, ребята.
Все-таки думаю, что оба мальчики. Вот, у старшего птенца как-то потолще, но не настолько сильно. Вот надел кольцо, которое на самцов мы надеваем, оно, в общем-то, нормально стоит. У старшего будет номер H11. Пластиковое кольцо на левую лапу. На правую алюминиевое надену 711. На правой лапе мы закрутили алюминиевое кольцо с помощью клепок, а вот на левой лапе мы будем пластиковое кольцо склеивать суперклеем. Так, надо разжать чуть-чуть и немного нанести клей. Можно обязательно сделать клей. Чтобы он не растекался и не повредил кожные покровы. Как слышно, ученица поет. Вот. Дети видел страшный явный звук. Выключи. Надо ждать, чтобы приклеилось к крючку. Thank you.
надеюсь, что клей хорошо схватился, и пластик крепко не будет. Теперь будем работать ночью. Завтра будет кольцо H12 на левой лапе, а на правой будет алюминиевое кольцо 712-1H. Здесь блокнот. Макс меня пытается атаковать. Что-то вы живые в этом году, ребята. Тихо, тихо, тихо. Кого тут не живые? Кого тут не живые? Да, там будет клетка. Начинаю успокоить. Дома сейчас у меня будет опять ругать, что я долго работаю везде. Пусть на там. Работка у меня. Ну, выдергиваем. Успокойся. Ну, это пожарит у меня. На весь мир. Тихо.
Teraz niemieszko po deszczu, żeby po prostu szli. Patrzmy na końcu. Ему вижу живет паук, я его найти не могу. Нет нигде его паутины. Откуда приходит паук? Вообще неизвестно. Не понимаю.
Teraz у старшего будет такие колечки. Номер 11. Младшего номер 12. Ну, ты попозируйте, а. Суслик деловый. Еще один суслик. Потерял крышку от аппарата. Значит, телец такой бойкий оказался.
А что ты имеешь компьютеры? А звук как? А картинка? Ага, что тогда я буду сказать? Я вот куда-то сунул крышку от фотоаппарата и не могу найти. Наверное, где-то в рюкзаке выронил среди хлама гнезда. Ладно, я тогда буду спускаться. Так, еще генетика не взял. Как-то разволновался тут вообще. Не люблю на камеру работать. Давай. Питание, да, в основном суслики и птицы, конечно. Чего же погадок. Так. Это вот ели молодого лугового луня. Вот перо молодого лугового луня. Видимо, недавно его съели. Это перья вечера. Через суслика. Thank you.
miasto. Ojciec nie widzi już. Nie widzi. Dumnie. Wypiał тут, раскапывал, ничего не нашел. Паука тоже не могу найти, где он живет. Угу. Ладно. Так, паука я не нашел. Полиэтиленовый пакет, который здесь где-то был, я тоже не вижу, убрать не могу. Поэтому, наверное, буду спускаться. Всем пока.